Після форуму правоохоронців, який відбувся у кастричнику у Вільні, я їхала в Мінськ, верталася, і на межі мене затримали на особистий догляд. Після цього вийшов артикул на Білсаті про моє затримання, і ось менавіто після його зі мною зв'язалася журналістка Форбса. І вона сказала, що я назважила цей артикул, і вона подумала, що я вельми цікава то, чим ми займаємося, і вона якраз шукає людей у Гатарії. Испытала мне синий супрец, я как моя кандидатура там присутствовала. Я сказала, что не супрец. Я не ведаю, чему именно я стала одной из этих 30 людей. Махчима, потому что, как мне сдается, мы занимаемся вельми важными справами. Я начала заниматься этим в 2012 году, когда мне было только 15 год. И для меня это был добрый шанец некой самореализации, уличивающей взрослый, то, что у меня не было еще некой эдукации, и я не могла ничего робить практичного. Это вельми интересные люди, это вельми интересные занятки, и мне было интересно проводить ими час, отримывать некие новые веды, присутствующие на разных эдукационных программах. И таким чином я могу быть корыстной в громадстве. Я планую далее покуль что заниматься развитием волонтерской службы. Мне не хочется изменять сферу своей занятку. И я хочу просто робить это лепше. У нас есть вельми шмат накірунков деятельности, и я думаю, что заняток знайдется любым жадаючим. Основная наша праця складає допомогу правоохоронному центру «Весна». Наприклад, під час гарячої весни наші волонтери писали скарги і допомагали опитувати людей. Ходили на судовые посещения, проводили мониторинг на доступность, на открытость судовых посещений. Так само мы регулярно проводим мониторинг массовых акций. Так само мы проводим мониторинг выборчих процессов. И уличивая то, что 18 лютого отбудутся выборы местного совета депутатов, нам потребны назиральники. Долучиться до нас можно, заполнивши анкету и прошедший видеокурс. Таким чином вы можете сделать свой невеличкий внесок в эту важную справу.